Довершые листы президенту Республіки Білорусь вручають. Апостольський нунцій у Республіці Білорусь, його ексцеленція Анте Йозіч. Надзвичайний і повномоцний посол Боріваріанської Республіки Венесуела у Республіці Білорусь, його ексцеленція Франклін Рамірес Араке. Надзвичайний і повномоцний посол Ісламської Республіки Іран у Республіці Білорусь, його ексцеленція Саїд Яри. Надзвичайний і повномоцний посол Корейської Народно-демократичної Республіки у Республіці Білорусь, його ексцеленція Зу Зенбон. Надзвичайний і повномоцний посол Сирійської Арабської Республіки у Республіці Білорусь, його ексцеленція Махамад Аль-Умрані. Надзвичайний і повномоцний посол Турецької Республіки у Республіці Білорусь, його ексцеленція Мустафа Асджан. Надзвичайний і повномоцний посол Японії у Республіці Білорусь, його ексцеленція Хірокі Такунага. По традиции несколько слов о сотрудничестве с каждым из государств, которые вы представляете. Особые отношения связывают Беларусь и Ватикан. На международной арене мы вместе последовательно продвигаем такие важные инициативы. Борьба с торговлей людьми, противодействие насилию в отношении детей, защита традиционных семейных ценностей. Особое место в нашей двусторонней повестке занимают вопросы межконфессионального мира. Рассчитываем на консолидирующую, конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе. Подтверждаю нашу заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия со Святым Престолом. Важным союзником для нас является Турция, которая первой признала независимость Беларуси. Во время моего визита в Анкару в прошлом году мы с президентом Эрдоганом наметили ряд шагов, которые призваны упрочить торговые и гуманитарные связи, расширить контакты между гражданами наших стран. Минск и Анкара едины во мнении, что результативный экономический диалог – ключ к успеху и прогрессу. Поэтому важно, чтобы достигнутые нами договоренности не остались на бумаге, а уже в ближайшее время были воплощены в жизнь. Иран – один из значимых экономических и политических партнеров Беларуси на Ближнем Востоке. У нас большой потенциал, который, без сомнения, раскрыт далеко не полностью. Мы приветствуем приостановку ряда ограничений в отношении Ирана со стороны ООН. Надеемся на дальнейшие конструктивные шаги, направленные на стабилизацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. Благодарны вашей стране за поддержку Беларуси на многосторонних площадках. Мы также будем отвечать взаимностью и готовы к продолжению взаимодействия с Ираном в международных организациях. Прочные связи, которые характеризуются высоким доверием, искренней дружбы, установлены между Минском и Дамаском. Беларусь активно поддерживает суверенитет, территориальную целостность и выступает за невмешательство во внутренние дела Сирии. Убежден, что усилия сирийского руководства, направленные на скорейшее урегулирование внутриполитической ситуации, восстановление экономики, социальной сферы, будут способствовать активизации взаимодействия между нашими странами. В Латинской Америке у нас наработан значительный опыт двусторонних отношений с Венесуэлой. Мы будем и далее оказывать вашей стране посильную поддержку. Очень надеюсь, что новый посол будет всемерно содействовать активизации взаимовыгодного сотрудничества в торговой, гуманитарной сферах. Беларусь рассчитывает на укрепление отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой. Неоправданно низкий уровень отношения у нас с Кореей. Неоправданно низкий. Нам надо активнее работать в этом направлении.
Мы внимательно следим за развитием обстановки на Корейском полуострове, поддерживаем все предпринимаемые усилия по обеспечению мира и разрешению существующих противоречий в регионе в целом. Заинтересованы продолжать конструктивные контакты в международных организациях. Просим нового руководителя дипмиссии обратить внимание на такие сферы сотрудничества, как производство лекарств, продуктов питания, профессиональное обучение, повышение квалификации кадров. Взаимодействие с Японией имеет значительные резервы в торговле, промышленной кооперации, инвестиционном сотрудничестве, в области науки, технологий. Мы очень высоко ценим научную и гуманитарную помощь в ликвидации последствий Чернобыля. Со своей стороны готовы и дальше помогать вашей стране после аварии на Фукусиме и продолжить оздоровление японских детей в Беларуси. Я уверен, что предстоящая летняя Олимпиада и Паралимпийские игры в Токио в 2021 году станут не только ярким праздником спортивных достижений, но и будут способствовать сплочению народов. Уважаемые послы, вы представляете страны, находящиеся на разных континентах. Но всех нас объединяет одно – естественное стремление сделать мир безопаснее, экономику устойчивее, а жизнь простых людей лучше. Беларусь умеет ценить искренность, доверие и всегда открыта для любых конструктивных инициатив. Убежден, что вы не просто будете доброжелательными и непредвзятыми наблюдателями за происходящими процессами, а окажете всемерное содействие формированию равноправных, взаимовыгодных отношений с нашей Беларусью. В ваших силах сблизить и взаимно обогатить наши культуры, помочь расширению гуманитарного сотрудничества и межличностных контактов.